Вы смотрите «Гороскоп Зурхай» на ТВ. Сегодня 14 сентября, среда, 19 лунный день. День удачен для людей, родившихся в год мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. Благоприятно в этот день учиться и постигать науку, открывать вклад в банке, строить дом, шить и кроить одежду, усмирять врага, заказывать таманхарюлга, также для мирных дел. День неблагоприятен для людей, родившихся в год змеи и лошади. Нежелательно в этот день приводить невестку, отдавать дочь в невесты, покупать коров, а также проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу к плохим вестям. Стрижка волос – встреча с хорошим человеком. И помните, ничто не является хорошим или плохим. Все зависит от того, как мы смотрим на вещи. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.